young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. Можно вас подождать, я скажу, куда ехать? Че, долбоёб? Да чего? Сегодня с гонки прямой эфир. Ну как хирург, смотри, куда, да? Со светом. Лучше бы скажи, я был гинеколог. 30 секунд до старта, мы садимся. 15 секунд. Я тут стою, жду, пока... Караулишь чехлы, да? Да, охраняю. А-а-а, нормально. Чем больше объектив, тем лучше качество. За чехлом-то приходите. Яшка любит 30-сантиметровый, да? Да. Поголодались. Факт, 15 метров, да? Поголодались, зашли в Subway перетусить. Сегодня уезжаем в Тёю. Тамбур не разрешает. Входа вот запало. Там. Не пройдем. Там снимает уже. Старая, короче. Самый вкусный обед в моей жизни. У меня еще не заварился самый вкусный обед. Хочешь мазик, я еще дам. Я не ем мазик. Какой бич или без еды какой? Без майонеза это вообще не обед у тебя, значит. Жаришка сегодня. Сейчас подарим сон. Это было дропа, ты еще дропа кинул. Май жарит, что ты стоишь-то? Когда не жарится, блядь, мало дропа. Ты нахуй мой. У меня еще есть. Приехали в Абакан. Да, приехали. Приплыли, блин. Чё, как?
как будто и не уезжали. Готовы спать на стрёмных шконках? Так, победитель первый, да, выбирает? Да. Давай. Ладно, давай еще. Раз, два, три. Да давай уже. Ладно, давай. На второй раз прокатило. Играли на камень, ножницы, бумага. Кто займет какую комнату? Рука опять подвела. А ты что сделаешь? Давай, смотрим шконки. Это моя, это Яшкина. Потом мы поменяемся местами. Через две недели, да? Да. Так, ложишься и спишь. Она еще вот так ходит. Да, пацанам тут весело живется. А я живу с Артемом Малышевым. Самым веселым человеком. Приколистом, да? Самым веселым, самым приколистом в нашей команде. А ты где живешь? Там. Мы-ка пойдем посмотрим. Охереть, ты тут один живешь? Да. А пацаны там вдвоем теснятся. Кому дизлайк. А ты, Руслан, засяный пацан. Кого весна? Вот он. Раньше такие были очереди. Валерий Степанович рассказывал из первых уст, то, что здесь не пробиться было, здесь столько очень много тренажеров. Вот, посмотри. Вот то, что осталось от этого спортзала. Получается штанга. Не рабочий же тренажер. Ну, лавочку более-менее еще. Все. На данный момент здесь можно делать стабилизацию, корики неплохие и получается тренажеры тянуть. Если честно, если улице тоже можно делать стабилизацию. Нет, ну, и тренажер повесить. Это тоже можно на улице.
Здесь все равно потеплее немножко. Если включить еще обогреватель, то в принципе можно заниматься. Зато здесь сейчас большой огромный плюс, то что новый спортзал практически занят, там по 50 человек сейчас в зале, а здесь практически никого нет, и мы можем свободно тренироваться. Лайк. Лайк. За это лайк, то что никто сейчас нет. Сегодня мы катаемся по старой трассе. Раньше она была тут единственная. Но вот с 2011 года открыли новую. И там теперь проводят соревнования. Там круг всего 3750. А здесь почти 10 километров. Тут намного интереснее. Разнообразный рельеф. Длинные, короткие подъемы. Равнин много. Да. На новом кругу всегда антифлаг. Очень много народу. Скоро традиционные спринтерские эстафеты. Через пару дней мы выступаем нашей командой, которую вы неоднократно видели. Блять, меня снимай! Которую вы неоднократно видели в моих выпусках. Будем зарубаться с командой удмуртей. Они нас на контрольной в Тюмени выиграли. Это боксы, кабинки. Мы переодеваемся в 16-м боксе. Готовим лыжи. Сейчас сборная Тюменской области. Надо это... дверь была открыть, в бокс заехать. Сейчас. Да. Это наш бокс. Это Яшка Какашка. Go Russian. Яшка Какашка. Магазин 3367. Приходим, покупаем. Шапочек осталось совсем мало. Также подписывайся на канал, ставим лайки. Кто не поставит, тому продам вот эту шапку.